несмотря на сложные времена, экономические какие-то моменты, вы развиваетесь, ваши предприятия идут вперед, вы доказываете, что готовы и достойны представлять наши товары, нашу продукцию не только на российском, но и на международном рынке. Приятно видеть, что вас так много. Полный зал. С прошлого года мы находимся с вами в определенной ситуации, когда промышленный комплекс Волгоградской области, в том числе и Российской Федерации, на передовой. И от вас сейчас требуется намного больше усилий. Сегодня среди участников и победителей, призеров нашего конкурса в зале находятся только победители, потому что весь 2022 год они испытывали неимоверное давление со стороны третьих стран, потому что у них менялись логистические потоки, они испытывали трудности в получении оплаты, но они прошли все эти кризисные моменты и преобразовали их однозначно в плюсы для себя. Это время для сильных и смелых, и наши экспортеры как раз демонстрируют свои возможности перестройки в текущих внешнеэкономических условиях и обстоятельствах. Мы радуемся за них и гордимся их успехами. Сегодняшнее мероприятие было одним из первых мероприятий, где мы сохранили интригу до самого конца. И, конечно, эти живые эмоции, они говорили сами за себя, потому что люди, на самом деле, до последнего момента не знали, кто занял какое призовое место. И за этим было, конечно, очень здорово наблюдать.